Вы видели, да? Это кукуруза. Это все кукуруза. И здесь кукуруза. В общем, это для животинки, для скотинки. Родители, ну и мы в том числе, насобирали столько кукурузы и начистили. Вот такие труженики. Ни вечера без работы. Вы сами видите по всем видео, что они всегда чем-то заняты. Так что да. Так воспитаны. И вот и кровь такая у людей, что вот они не могут без работы. Работаем на улице вовсю. Братик приехал, помогает. Ами деревья пилим. И, в общем, кучу всего. А тем временем здесь варятся голубчики, потому что мой братик захотел голубцов со сметанкой. И вот они, супер вкусные голубчики с белорусской жирненькой сметанкой. Эх, все для братика. Че замер? Давай, 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 давай. Страшно, Паша? Классно мне. Классно? Становись, становись. Тихо, тихо, не ударься. Дальше, дальше отойди, разыгрываем. Пошел, пошел первый. Хо, хо. Мимо ты, мимо. Это ты, мимо. Ой, тихо, не падать. Браво! Я зачистником! Внук захотел блинчики, и бабушка тут же... Куда ж ты душу денешь, доченька моя? Давай, солнышко мое, давай. Молодец, Паша помогает. Он помогает мне. Паш, ну ты уже совсем. Девочки, перелетите сюда, я и будете у меня просить блинчики, сколько вы хотите есть? Всех угощу, да? Да. Сколько захочете есть. Это ему никто не учил его это говорить, это его слова. Так что... Вы любите? Скажите мне. Скажите мне, девочки, вы любите, блин? Любят, конечно. Хорошо. Ладно, готовьте. Не могу, глотаю слезы, слюны от капусточки. От вкусненького пюрешки на сальце и от жареной рыбки. Приятного аппетита! Так, девочки, ну? Мы будем сейчас узнать, так что пока-пока. А пожелай приятного аппетита. Что ты будешь кушать сейчас? Скажи всем, расскажи. Картофель.
Угу. Что еще? Еще улыбку, угу. И кефирчик буду пить. Конечно. А вон там капусточка эта квашеная? Да. Очень полезная? Да. Я его не буду есть. Вы будете есть. Хорошо, мы будем есть, а ты не будешь. Кефирчик. Вот такая вкуснота. Простой, простой. Завтрак. Девочки. Но супер вкусно. Сейчас я... Подождите, дайте мне капусточки попробовать, потому что я не могу. Смакота. Не то слово смакота. Такая кисленькая, сладенькая. Хрустящая. Да с подсолнечным маслицем. Цибулька. Так, девочки. У меня нету на тарелке картофельное пюре. Ну, сейчас положим мы тебе картофельное пюре. Не переживай. Не мажься. Все? Приятного аппетита всем. Да. Ставьте лайки. И пока-пока. Так что, приедете сюда, приедете сюда и будете есть. Так, скажи, приглашаем. Приглашаем. Пока-пока. Так, будем... Мама купит мне шоколадки Бен-эн-Демсы. И еще жвачки. И медведики. Желатинки? Желатинки медведики. А жвачки вредные, ты же знаешь. Но я обожаю жвачки есть. Ты их никогда не ел? Нет. Нет, я их никогда не ел в объеме. Но я их очень-очень обожаю. Кися, ты тут. Так, чего ты хрюкаешь тут? Прохладненько. Решила выйти. Сейчас уже где-то 9 вечера. Я хочу показать вам просто луну. Если будет видно на этой камере, конечно же, целый день шел дождь. А сейчас такой спокойный, прохладный, свежий ветер. Точнее, вечер. И луну не видно. А почему не видно? Вот почему. И вот так светло днем, прям просто вот супер-супер светло. Если пройти по деревне, то сейчас в каждом доме горит огонь, тепло. Кто-то палит печку, кто-то уже включил газ и пользуется комфортно результатами цивилизации. И очень-очень приятно, на самом деле. Тихо, спокойно. Люди вроде как только 9 вечера, но люди уж все уже дома. У каждого там светится телевизор. Собираются всей семьей, отдыхают. Сегодня понедельник. И вот как. Так день прошел. На завтра у меня много планов по дому. И, в общем, потихоньку уже нужно собираться. Каникулы наши подходят к концу, поэтому тех, кого очень сильно интересовал вопрос, остаемся ли мы здесь навсегда или, в общем-то, поедем, то еще раз повторюсь, что мы, конечно же, поедем. Это были просто каникулы, просто мы навещали родителей, дедушку и бабушку. Вот, и будем... Здесь столько, сколько нужно для нас, для всех. Вот. И все в порядке с нашим папой. Не переживайте, девчонки, все хорошо. Смотрите, луна влазит сейчас. С крыши капают капельки. Как видите, ночью тоже, скорее всего, будет дождь, потому что все в тучах. О, у кого-то корова мычит. Замерзла. Пошла. Помните, в прошлом году у меня тоже есть такое же видео, где я снимаю ночью наше окно.
Вот горит свет, и слышно там крики Пашки. Дай Бог, чтобы каждого вот так вот за теплым таким окошком ждал, горел такой свет уютный, и чтобы вас всех ждали любимые, самые-самые любимые, чтобы они все были живы, здоровы, и чтобы вы могли, имели возможность быть всегда вместе. Я желаю вам всем, всем искренне от души, чтобы чем подольше можно продлить это время.